продолжение вчерашней темы. 22 августа Усть-Илимск вместе со всей страной отметил День государственного флага. Особо активно принимала участие в этом наша молодежь. Волонтеры движения «Первых» организовали шествие по улицам города, раздавая флажки и делясь хорошим настроением. На обновленном стадионе 11-й школы прошел спортивный праздник. Почетное право вынести и установить флаг России получила Ангелина Черемисина. Девушка является амбассадором движения «Первых». Недавно она достойно представила Усть-Илимск на втором слете движения в научном центре «Персей» в Ангарске. Программа праздника была насыщенной. Турнир по баскетболу, спортивные игровые площадки, показательные выступления самбистов. В это время на стадионе «Илим» гимнастки спортивной школы «Лесохимик» устроили показательные выступления. В поселке Неван прошел велопробег с российскими флагами, танцевальный флешмоб и викторина «Три цвета России». В поселке Железнодорожный самым юным жителям рассказывали о символическом значении триколора. Ребята играли, делали аппликацию «Флаг моей страны России». Всех переполняло чувство гордости и радости за нашу великую державу. 23 августа 2023 года наша страна отмечает 80-летие со дня победы в Курской битве, переломном моменте в ходе Великой Отечественной войны, одном из ключевых событий в истории нашей Родины. В преддверии этой памятной даты архивным отделом администрации города подготовлена презентация «Давайте, люди, никогда об этом не забудем». На выставке представлена информация о тех людях, которые участвовали непосредственно в Курской битве. Это жители нашего города. Это Капустин, Пурисов, Осипов. Зачастую мы встречаем материалы, которые были представлены ранее в том или ином виде. Но при однократном их тиражировании неизбежно происходит изменение исторических фактов. Попытки авторов интерпретировать их по-новому нередко приводят к искажению отдельных событий. А в целом могут крайне негативно влиять на историческую память о Великой Отечественной войне. К сожалению, опровергать ложные данные становится все сложнее. Ведь непосредственных участников тех событий с каждым годом становится все меньше. Одним из надежных инструментов, способным развеять мифы и различные предположения об отдельных эпизодах, является архивный документ. В презентации использована информация по документам, находящимся на постоянном хранении фондов. Она перепечатана с воспоминаний в том виде, в котором она была написана самими ветеранами. Самое тяжелое воспоминание – это за раненых, которых привозили без ног, которые были гнойные, обморочные, которых приходилось обмывать, которым за добро обзывали матом. Но мы терпели и старались как можно лучше их обслуживать. О себе не думали. Те, которые вылечились, благодарили нас. Мы, молодые девчонки, только и думали, скорее бы кончилась война. О себе не думали. Вот так прошли мои молодые годы, 18 лет. Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Пурисова Николая Яковлевича. Битва под Курском. Первое, что мне запомнилось, когда я впервые увидел немца. Горевший танк, и немец висит из башни танка. Очень тяжелая была переправа через Днепр. Мост под водой, только видны палки. Немцы бомбили бесперерывно. От взрывов кипела вода в Днепре. Каждая из писем военного времени, несмотря на схожесть затрагиваемых тем, уникальна. Именно в них содержится исчерпывающая информация о судьбах разных людей, столкнувшихся с общей бедой. Воспоминания ветеранов, наряду с письмами, служат инструментом для воспроизведения событий, участниками которых они являлись. Наша цель и задача – рассказать молодому поколению и жителям города об участниках Великой Отечественной войны, чтобы память была о них вечная. Большая работа была проведена специалистами архива, чтобы познакомить усть-илимцев с достоверными фактами Курской битвы. Постараться понять, насколько это было тяжело, какой ужас испытал каждый из ее участников, можно только изучив документы того времени. Выставка размещена в фойе администрации города. Ознакомиться с архивными документами из коллекции документов личного происхождения участников Великой Отечественной войны можно в городском архиве по адресу Усть-Илимское шоссе 20/2, третий этаж. Вход свободный. Экспозиция будет работать до середины сентября. Пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к жителям города и сообщить информацию о том, что городской архив ведет сбор документов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такие документы собираем, как фронтовые письма, вырезки из газет, фотографии, дневники, воспоминания ветеранов. Зачастую, оставаясь в частных руках, такие документы теряются, ветшают. Только полную сохранность таких документов может обеспечить архив. Поэтому жители, которые хотят передать документы на постоянное хранение в архив и обеспечить тем самым их сохранность на долгие века, могут позвонить по телефону 542-64 за консультацией.
Погода в Усть-Илимске наладилась, и ямочный ремонт дорог продолжился. В город поступила очередная партия битумной эмульсии. Спецмашина БЦМ работала на улице Энгельса. Затем сотрудники специализированной службы по отдельным видам услуг перешли на проспект Мира, после чего запланированы работы на Дружбу народов. В первой декаде сентября на улицах Ленина и Чайковского продолжится ямочный ремонт большими картами. Группа «Илим» обновляет полотно на дороге по улице Партизанской, от моста до улицы Братской. Также большими участками уложат свежее покрытие до стелы Неван. Это существенная поддержка от компании, которая своими силами и средствами ремонтирует один из самых проблемных участков дорожной сети города. Теплоисточники на территории Иркутской области готовы к отопительному сезону на 75%. Об этом доложил глава региона Игорь Кобзев полпреду президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Анатолию Серышеву в ходе рабочей встречи. Ремонтные работы котельного оборудования будут завершены до 15 сентября. На сегодняшний день сформирован запас топлива в размере более 141 тысячи тонн. В рамках северного завоза отгружено около 61,5 тысячи тонн топлива из законтрактованных 99,5 тысяч. Добровольные пожарные команды поселков Железнодорожный, Неван, Подъеланка, Ершова и Бадарминск получили новый инвентарь для работы. Как рассказал руководитель Усть-Илимского районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Евгений Матросов, пожарно-техническое вооружение куплено на средства субсидии, выделенные из областного бюджета на поддержку деятельности регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Для поселковых команд закуплены боевая одежда, пожарные рукава, стволы, ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, багры, фонари, аптечки и другое. Теперь добровольцы во всеоружии. В пору скорбеть не только о потере близких, но и о погибшей культуре ухода за местами захоронения усопших, говорящей о цивилизованности общества. На могилах мусор, куча спиленных веток, на дорожках к захоронениям бутылки, пакеты, между памятников строительный мусор, камни, черные мешки с прошлогодней листвой, мебель. Картина удручающая. На территории Левобережного кладбища установлены контейнерные площадки, где и должен складироваться мусор. Но, конечно же, не все оставляют его там, где положено. То, что загрязняют родственники умерших – отдельная тема. Однако никто не снимала ответственность власти за состояние погостов. Сейчас на городском кладбище производится уборка территорий. Всего этим летом было вывезено более 100 кубических метров отходов. На этой неделе работы продолжаются. Будет выполнена уборка внутри кладбища. С целью профилактики гибели и травматизма людей и детей на водных объектах, формирование у населения культуры безопасного поведения на воде, в период с 21 по 27 августа на территории Иркутской области проходит третий завершающий этап профилактической акции «Вода – безопасная территория». В этом году с начала летнего сезона на водоемах Приангарья при купании в несанкционированных местах погибло 45 человек, 12 из которых – дети и подростки. Межведомственными комиссиями планируется провести патрулирование в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах, надзорно-профилактические мероприятия за пользование маломерными судами, профбеседы, занятия в детском оздоровительном лагере по правилам безопасного поведения на воде. В состав патрульных групп входят госинспекторы по маломерным судам, специалисты Центра по гражданской обороне и защите чрезвычайных ситуаций администрации города Усть-Илимска, сотрудники межмуниципального отдела МВД России Усть-Илимский. В Министерстве просвещения Российской Федерации подписан указ о присвоении премии за достижения в педагогической деятельности. В число ее получателей вошли три педагога из Усть-Илимска. Это Бородина Галина Владимировна, учитель биологии школы номер 12, Миронова Людмила Александровна из городской гимназии номер 1 и Стебенькова Лариса Александровна, педагог экспериментального лицея имени Батырбиева. Обе они преподают иностранный язык. Достижения наших учителей комиссия оценивала по различным направлениям, в числе критериев – наличие собственных методических разработок, результаты и достижения их учеников, адрес работа с различными категориями учащихся. Усть-Илимск становится красочнее. Вторую неделю в городе работают художники творческой студии «Ярко». Брачане реализуют у нас свой проект «Наш регион», который получил поддержку фонда президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Художники создают муралы. Это огромные изображения, которые нанесены на стену здания. В Левобережье на Наймушино-1 уже появились первостроители. На правом берегу единый рисунок «Ангара» будет нанесен на стены рядом стоящих домов. Номер 1 по улице Белградской и номер 80 по проспекту Дружбы народов. Выбор данных многоквартирных домов для росписи был обусловлен определенными техническими критериями, необходимыми для реализации творческих инициатив. Данные эскизы изображений утвердил градостроительный совет при администрации города. В начале сентября новая общественная городская баня откроет свои двери для горожан. Муниципальный оздоровительный комплекс располагается в пристрое к зданию бывшего филиала СФУ под крышей спортивно-молодежного центра «Притяжение». В раздевалке оборудованы шкафчики, несколько столов со скамейками для чаепития. Для мебели предприниматели предоставили лесоматериал, а саму мебель изготовили педагоги и студенты Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг. Оборудованы душевые, две просторные трехъярусные парилки, в которых хватит места всем желающим. Камин. Также планируется открыть массажный кабинет.
Устилимцы достойно выступили на региональном этапе Всероссийской спартакиады пенсионеров России, который 19-20 августа проходил в спорткомплексе «Байкал-Арена» и плавательном бассейне Государственного училища Олимпийского резерва в Иркутске. В соревнованиях принимали участие 10 команд. Спортсмены соревновались в легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, плавании, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, а также в комбинированной эстафете. Сборная Устилимска проявила истинный командный дух и завоевала серебро в шахматах. Поздравляем! Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».